Профессия учителя поистине благородна и сложна. Даже не профессия, а настоящее призвание. Сколько душевных качеств должен объединить в своем характере? Гузель Гамидова, педагог гимназии номер 2 имени Александра Сайтиева, стала победительницей школьного, затем в последующем муниципального этапа конкурса «Учитель года». В гимназии Гузель Гамидова работает с 2012 года. По словам руководства, несмотря на столь молодой возраст, зарекомендовала себя как специалист, знающий свой предмет на достаточно высоком уровне. Вы знаете, когда идет у нас подготовка, да, на выдвижение на муниципальный конкурс, в этом участвует весь наш коллектив, начиная с меня и заместителей, учителей. То есть нам не безразлично, что как выступит наш любой преподаватель именно на муниципальном конкурсе. Будет это муниципальный, да, любые другие конкурсы. И я посчастливился, как говорится, можно сказать, на открытии этого конкурса в третьей гимназии. И я видел, как наша «Газель» начала с презентации и присутствовала тоже на уроке, как она давала открытый урок. И жюри оценила, да, действительно оценила, что она действительно может и знает свой предмет. Конкурс проходит в несколько этапов, каждый из которых имеет свои особенности и сложности. Школьный этап на уровне общеобразовательных организаций, где конкурсант должен собрать весь необходимый методический материал, далее провести занятия в образовательном учреждении по выбору. Муниципальный этап включает в себя выступление с презентацией. Эти два этапа для Гузель Гамидовой уже позади. Мне казалось, больше не часть проведения урока второго этапа, а часть, может быть, первый этап – это самопрезентация. Потому что выйти на сцену перед большим количеством учителей, твоих коллег всего города, и рассказать о себе, от волнения можно было забыть, что было, мы видели там, конечно же, учителя забывали. Это было большим страхом, так скажем, для меня. Профессиональная жизнь учителя претерпевает изменения. Если раньше понятие «педагог» вызывало одну лишь ассоциацию «школа», то сегодня рамки профессии учителя стали значительно более расширенными. Педагог передает свои знания со всей отверженностью, а также перенимает опыт своих коллег. Консультант – молодой специалист. И очень радует то, что как молодой специалист она сразу влилась в наш коллектив. И с первых же уроков Гузель показала себя с высокой буквы. Главная цель ежегодного конкурса – утверждение и преподнесение приоритета образования. Конкурс способствует выявлению самых выдающихся учителей, оказанию им поддержки, повышению статуса педагога в обществе, повышению престижа работы, распространению наилучшего педагогического опыта. Среди коллег и своих учеников Гузель Гамидова пользуется глубоким уважением и признательностью. Урок она отлично ведет. Ну, мы всегда ее слушаем, то, что она говорит. Нам интересно бывает, и темы тоже бывают интересными. Победа на муниципальном этапе конкурса была разделена между двумя представительницами данной профессии. На звание лучшего учителя с равными возможностями, помимо Гузель Гамидовой, борется и педагог гимназии номер 3 Хафия Габибулаева. Исход конкурса решит дополнительный состязательный этап. Бика Сулейманова, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».